Ну все, маховик на месте. Балды новые, оригинальные. Держим в наличии. Затянутые с моментом 49 ньютонов и доворот на 90 градусов. Теперь будет доработка коробки, о которой очень своевременно ребята позвонили и предупредили. Они говорят, выжимной подшипник вот этим вот буртиком упрется на направляющую. Надо снести 1,4 сантиметра, иначе будет все время поджаты лепестки. Короче, мог бы пень. Спасибо. Так, ну что, мы промучились, значит, несколько часов, пытаясь срастить бульдога с носорогом, но мы были не осведомлены, что есть два вида шлица на GS5, 35 и 29, кажется, и вот у нас стояло с таким диаметром, а вот здесь вот с таким, не то сцепление, короче, пень. Пойду спать, всё равно пока, пленку тянут, не поработать, но есть решение.